Хорошо того, да? Ну, конечно, А намного. намного лучше того. Да. В того момента, когда я возложил на вас руку, просто так держал, что вы почувствовали? Ну вот я же говорю, как, ну нет, это не судороги называется, это как колики. Вот как Колики, колики, пошли да. колики. Да. И все, сразу ушло все. Ну да, и почему-то сверху вниз, до пяточек, до пальчиков ног, вот. Это сила Духа Святого. Это сила Иисуса. Дух Святой всегда прославляет имя Иисуса. Это его воля. Воля в том, чтобы люди были здоровы. Люди в том, чтобы люди верили в Него. Он наше спасение. И ради имени в Него Господь исцеляет сегодня людей. Слава Богу. Вы здоровы? И с вами все в порядке? Здорово. Вы говорили только, что я прошу. Что вы хотели в жизни? Что вы ответили мне? Здоровье. Самое большое хочу, что я здоровье. Да. Вот все вы получили. Сколько потратилось? Одна минутка. Сколько вы страдали этим? Ну, ежедневно, долго, Много долго. лет, да? Да. И за одну минутку все исчезло. А Аминь. что дальше? Ну вот вы получили просимое, что дальше? Вот. А следующее. Бог желает, чтобы вы распространяли Его любовь, Его царство. Начинайте также возлагать руки на других людей. Вон сколько много, смотрите, вокруг вас людей. Все они нуждаются. Ежедневно друг на друга возлагайте руки. И сила Божия будет течь через вас. Она течет через ваш дух. Это Дух Святой. Это Он творит. Это Он все осуществляет. Это не я. Помазанник живет внутри нас и внутри вас. И вы должны открыть Бога, который внутри вас. Аминь. Аминь. Воздайте слава Богу. Аминь. Хорошо.